Всем привет, ребята! Вчера у меня была очень крутая тусовка, вечеринка в честь моего дня рождения. Мне исполнилось 9 лет, и это было очень круто и весело. Всем спасибо, кто пришел, кто меня поздравил, кто разделил вместе со мной эти классные моменты. И, конечно же, всем спасибо за подарки, которые вы мне подарили. Мне очень сильно понравилось, всех люблю, обнимаю. А сейчас самое интересное, мы будем эти подарочки распаковывать, наконец-то! Первый подарочек, я хочу вот этот от Пандора. Так, тут, наверное, 100% какое-то украшение. И, кстати, очень красивый шарик. Достаем. Что тут может быть? Так давайте сейчас подумаем. Может быть браслет, могут быть сережки, всякое такое. Так, ладно. И тут... О, браслет! Вау! Какой красивый! И тут сердечко. Я так поняла, на этот браслетик можно всякие цеплять там украшения. Шармики. Да, шармики. Вот, у мамы есть куча таких браслетов. И теперь у меня тоже есть. Это мой уже второй браслет от Пандора. Как раз на твою ручку, Настюш. Угу. Ой, красота. Вау, как красиво. И, кстати, Маша мне еще сама сделала вот такой браслетик, браслетик дружбы. Спасибо вам большое. И, кстати, есть еще один пакетик от Маши. Что же тут? Вау, я уже вижу тут очень просто милейшего единорожку, который меняет, ну, типа, цветами, вот. Очень классный. Дальше. Тут есть вот такой рисуночек Hello Kitty. И еще две открытки. Первая, давайте, вот такая. Тут вот такой рисуночек. А вот это. Настя, с днем рождения, да, от Вани. Ага, это от Вани открытка, а вот это от Маши. Все, я поняла. О, смотрите, какая крутая идея! Классно придумали, правда, старались, своими руками делали. Настюша, при каждой нашей встрече Ваня и Маша готовят тебе подарки своими руками. Да, это очень круто. Очень приятно, спасибо огромное. Спасибо вам большое. Но тут еще я вижу подарочки. Вот этот я уже смотрела, пробовала. Очень красивый. И ароматный, как всегда, да? Да, очень ароматный вообще. И еще один в виде конфетки. Так, с какого? Candy Pop. Вот, тут открывается. Это уже блеск, да? Да, это блеск. Красивый. Сразу два. Следующий подарок. Вот такой пакетик. Victoria's Secret. У меня от этого бренда еще вообще ничего не было. Кстати, подарок от Мисс Николь. Так, что тут? Мне очень интересно. Первое, это, я забыла, как это называется, крем, гель для тела, короче, вот наносишь. Лосьон для тела. Да, точно, вот. И эта штука мне очень сильно нравится. Дальше. О, какой красивый блеск. Смотрите, это блеск для губ, ну, это уже понятно. И он розового цвета, мне как раз-таки только и персиковый розовый цвет подходит. Он пахнет клубникой или малиной. Понюхай. Ммм, как вкусненько. Да. Настюша, на твоих губах уже третий блеск. Следующий подарок я уже вместе с пакетом достану. Такие розовые, красивые. Я поняла, что это. Это очень полезная штучка. Это можно наносить на телефон, то есть, чтобы там протирать его, и еще на тело. Прикольная штучка. Классный запах, вообще суперский, такой уже взрослый и очень-очень приятный, девчачий. Это, наверное, еще плюс духи, мне почему-то так кажется, потому что запах духов. Спасибо. Короче, огромное. Да, спасибо большое. Следующий подарочек вот такой. Он так прикольно упакован. Так, открываем. Настюша, это твоя подружка Варя упаковала, да, своими руками. Круто! Тут! Ого-го! Тут большой Pop-It Mini Mouse! Большой! Мой первый большой Pop-It! Круто! И
Еще это один. Белый поп-ит. Он меняет цвет на солнце. И еще один вот такой нежный разноцветный поп-ит. Кружочек. Ребята, я не знаю, что это. Это точно не такая радуга, чтобы... Это она. Это реально она. Ага, вот. Вау, красота. Прикольная штучка. Круто. Еще такая разноцветная. Классный поп-ит. Тоже крутой и маленький. Это уже брелочек. Да, это брелочек. Но кстати, этот, кстати, вот этот большой поп-ит тоже брелок. Ага. А это такая штучка для разминки пальчиков. Да, да, это она. Классная. Будешь разминать пальчики на перемене. Да, забавная штучка. Липко, липко. Еще она мне подарила кепочку очень крутую и журнальчик. Это кепка от ее семейного бренда. Примерно, Стюша. Ушки видно. Ну, короче, прикольная. Какая-то стильная, да, очень классная. И журнальчик тоже очень крутой и здесь большой. Наверное, коллекция одежды, да? Да. А давайте я сейчас найду Варю. И вот она, Варя. А это Женя, мама! Вау, Женя! Настюшины одноклассники, подружки. Да! Огромное спасибо, нам очень-очень да, очень приятно. Да, спасибо большое. С удовольствием Настюша будет носить крутую кепку. Еще один подарок от моих родителей и Саши. Это очень крутой подарок. Спасибо вам большое, что... Вы его мне подарили. Осуществили это... твою мечту. Это iPad! Я его уже, ну, одела iPad. Вот. Вот такой красивенький чехольчик. Вот. И еще Apple Pencil. Смотрите. Я буду рисовать и там играть в току-боку, всякое такое. Короче, очень крутой подарок. Спасибо вам большое. А сейчас Саша ко мне подойдет и расскажет чуть-чуть больше обо мне. Короче, всем привет. Сейчас я расскажу немножко вам информацию о этом планшете, iPad, iPad Pro со стилусом. А если вы хотите узнать полностью, посмотреть, точнее, обзор, переходите по ссылке, у меня будет на канале обзор этого iPad. What? Да, будет полный обзор, переходите, смотрите. Короче, что я хочу сказать. Он у нас 11-дюймовый, классный iPad. Получается, здесь стоит новый чип, это M1. Это ничего не говорит, да, Настя? Да, там 8 ядер есть, 16, короче, очень классный. Главное, чтобы можно было рисовать, да, и играть. Рисовать можно, играть можно, можно монтировать, можно еще купить сюда тут клавиатуру магнитик, с тачпадом, и будет как почти полноценный MacBook. Тачпад. Такая штучка, пальцем водишь, это мышка. А, я только знаю, что это iPad, а чатпад, я не знаю, что это. Короче, кстати, Настюш, тут еще есть магнит. Короче, Настюш, нужно просто прикупить еще клавиатуру, и у тебя будет твой личный MacBook почти. Ну да. Так это вот нормально объяснили. Вот эта камера у нас на 12 мегапикселей, а есть еще широкоугольная, большая, на 10 мегапикселей. Тоже очень классно, можно снимать масштабные кадры и очень красивые. Также есть еще лидар, это, короче, еще одна интересная функция. Я буду рассказывать о ней у себя на канале, так как там, типа, сложно для Настиных подписчиков. Я думала, что эти все... Три камеры, они одинаковые, просто там типа круче и все. Оказывается, там еще... Как много умных слов. Спасибо, Саша, за лекции. О, айпа. Это только начало, это просто поверхностная информация. Все, вот, смотрите, уже яблочко есть. Кстати, он еще у меня без стекла, надо приклеить защитное стекло. Стекло там, Настя, у тебя тоже в наборе. Давай Apple Pencil. Давай. Если он заряжен. Он заряжен там. Так, выбрать страну или регион. Украина. Настраиваем Face ID, нажимаем продолжить. Настя берет планшет. Так, все, дальше. Все, готово. Отлично. Создать код-пароль.
Так. Ну сейчас такое. Снимай, мама, снимай. Бонжур. Алло. Алло. Hello. Алло. Приступить. Поздравляем! Спасибо! Все игры, которые были у Насти на телефоне, они сейчас загружаются сюда, на iPad. Они тебе все нужны, Настя? Нет, конечно. Ну так, поудаляй то, что тебе не нужно. Ок. Просто зажимай. Да, и отменить загрузку. Устанавливаем программу для рисования, и в одном из следующих роликов Настя покажет, как она будет осваивать программы для рисования на iPad. Хорошо? Да. Так, у нас есть первый рисунок. Клеим защитное стекло, устанавливаем нужные программы, рисуем, снимаем видосики, учимся. Довольны подарком? Очень сильно спасибо вам большое, я это уже говорю третий раз. Спасибо вам большое. Следующий подарок от Саши, и снова украшение. Настюша, у тебя уже столько украшений. Очень много. Так, вот два пакетика. Это праздничный пакетик. Кстати, украшения у нас от фирмы Ума-Уми, украинский бренд детских ювелирных подарков из золота и серебра, да? Да. Украшения «Открывай» качественные, гипоаллергенные, легкие и безопасные, созданы специально для детей. Да. У Настюши набор сережки, сердечки, подвеска, да, и браслетик, еще и брошка. Да, еще и есть брошка. Все, вот красота. Такая красота. Сережки еще подвеска. Да, я их уже ношу. Вот подвесочка. Очень красивая. И милашная. Всего теперь я вся в сердечках. Открываем. Так. Еще и тут у нас брошка. Брошка. Тоже с сердечком. Да. Еще у нас есть в пакетике книжечка и наклеечки. Это приятное дополнение, бонус да. такой, да? Да. В каждом заказе. Книжка со сказкой, наклейки, сертификат качества, вот он. Так, и еще в одном пакетике у нас есть... Сертификат на месяц просмотра мультфильма. Да, кстати, такой мультфильм я уже смотрела, он очень забавный. И есть точно такая же книжечка и точно такие же наклеечки. Следующая посылка от Катюши и Макса. Вот, эту посылку нам привезли из Лондона. Тут, вау, очень крутая футболочка брендовая. Вот, это вот спинка прикольная. А вот вперед. И еще купальник, вот такой прикольненький купальник. Уже пора ехать на море. И купаться в новом купальнике, да? Да, очень крутой. Вообще. Огромное спасибо за подарок. Если вы это смотрите, если вы смотрите это видео, спасибо вам большое. Подруга Лиза очень спешила на мой день рождения и не успела купить подарочек. Поэтому тут денежки. Мы можем купить с мамой все, что мне необходимо. И, конечно же, патчи. И вот такой шарик. Он уже чуть-чуть сдулся. Но, кстати, послушайте. Шарик с сюрпризом. Еще один подарочек от Ангелины. Это моя одноклассница и подружка. Набор для браслетиков. Два браслетика, они уже готовы. И еще куча шармиков там. И куча резиночек. Можно делать еще самодельные браслеты. Брелочек. Вот, смотрите, он такой мягенький. Наверное, сквиш. Это Микки Маус брелочек. Чашка. Крош. Happy birthday, да, чашка. С днем рождения. Очень милая чашечка. Спасибо большое. Поп-ит яблочко. Очень крутой поп-ит. Спасибочки. Я уже это сказала. И еще одна штучка. Это набор Гарри Поттера. Тут... Я поняла, тут картинка уже, это блокнотик, это такая палочка, вот нажимаешь и типа пишешь этой ручкой, короче, вот, что будет происходить. Пишешь ручкой, а она невидимая, а когда светишь палочкой, то видно, все что видно. Ты там написала, видно все твои секретики, да? Да, это какая-то игра. Короче, разберемся, но я так понимаю, что это будет прикольно, потому что уже такая... Упаковочка прикольненькая. Спасибо тебе.
тебе за подарочек, очень крутой. И во время праздника на неоновой вечеринке мы все вместе нарисовали вот такой плакат. Кстати, на него... Что такое? На неоновой вечеринке это все светилось. Happy birthday, Настюша! Поздравления от твоих друзей. Да. Кстати, смотрите, вот эту ручку я рисовала, и звездочки тоже. Очень крутое поздравительное открыточка. Это даже не открытка, плакат. Спасибо всем большое за подарочки. Они очень крутые, просто. Настюша, но это еще не все. Завтра едем на дачу и продолжаем праздновать с родными, с бабушками, с дедушками, с Иной, с Олей. Да, с Дашей, с Полиной, со всеми родными. Короче, всем пока, до новых встреч. И всем пока. Сейчас я играю в Тока-Бока. Заходим в мой новый дом. Вот, смотрите, какая красота. Это тут зал вот такой. Это моя комната. Нет, это комната для гостей. Вот, это уже моя комната. Кухня. И это ванная. Прикольный домик. Мне он очень сильно нравится.